отдохнуть на природе с друзьями. Дети у меня далеко, так что с друзьями, только с друзьями. Чем больше отдыхаем, тем лучше. С друзьями, шашлыками. Дома никуда не поедете. На природу. На природу. Я не люблю природу. Вы не любите? Я не в большом восторге от клещей. Уеду на сборы. В Сочи. Спортсмен? Да. Вообще предположений нет. Отдыхать. Да, отдыхать. Ну, скорее всего, куда-нибудь съездим. У меня внуки приезжают. Мы дачники, любим дачу. Все выращиваем свое. Все-таки работать. Дома, в огороде. Дома, в огороде? Да, собственно, мои майские праздники. Ой, дома, наверное, дома с семьей. Дома с семьей? Да. Ну, я пенсионер, мне, как говорится, каждый день праздник. Перенос, не перенос. Свободная птица. Работать. Работать, да. А как же работать в выходные дни? Вот так вот. Когда сменный график приходится. Служба она такая. А как? В Питер поедем. Путевка у нас, да. О, на сколько дней? На недельку. На недельку.